Турция, Египет, Куба, Иран. Это лишь небольшая часть списка стран, из которых приехали участники проекта «Летний университет». Практически месяц в столице Татарстана они знакомились с особенностями местной культуры, а также получали знания в самых передовых сферах. Программа подходит к концу, а это значит, что пришло время подвести итоги. Летний университет – это проект, основной целью которого является знакомство иностранной молодежи с потенциалом российского образования и налаживание личных контактов российских студентов с иностранными. Я подала заявку на эту программу. Я думаю, считаю эту программу отличной возможность познакомиться с русской культурой. И это, конечно, будет очень хорошая возможность, чтобы я улучшил мой русский язык. И это было очень хорошо, потому что я познакомилась с многими друзьями здесь. Мне очень понравилось, это было то, что люди очень теплые, они очень хорошо тебя принимают, как иностранца. Они не думают, что вообще ты иностранка и не можно с тобой общаться, они очень тепло принимают тебя. Всего в программе было представлено три блока – образовательный, культурный и проектный. В рамках последнего участники изучили основные аспекты генерации и проработки проектных идей. 13, 17, 20 июля, соответственно, были лекционные модули в малом зале Уникса на площадке знания. Был проектный такой семинар, тоже целый день мы работали в главном здании с ребятами, разделились на 5 подгрупп, весь поток 300 человек, работали каждый со своей проектной идеей. Кто-то уже приехал из дома со своими наработками, да, проводят они, к примеру, какие-то мероприятия там, социального или технологического направления. Кто-то генерировал это на ходу, компоновались команды с нуля, там, да, распределялись роли. Ну, то есть такая интересная для них проектная движуха. Отметим, что работы были сфокусированы на решении актуальных проблем, с которыми сами участники летнего университета когда-то столкнулись. Это коснулось и трудностей, связанных с обучением за рубежом. Адаптация студентов к международным вузам. Да, то есть они делают онлайн-платформу, которая позволяет с психологической точки зрения, с юридической точки зрения, с трудоустройства, проживания, все в одном онлайн-комплексе, помочь ребятам, в том числе с привлечением посольств и международных миграционных служб, адаптироваться на новой территории. Такой достаточно полезный проект. Он, с одной стороны, айтишный, с другой стороны, он такой социально ориентированный. Да. Были и проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни. К примеру, сервис аренды велосипедов по льготной цене. Помимо основной функции, он включает в себя и возможность выявления проблем в инфраструктуре. Любые моменты можно будет зафиксировать и загрузить в приложение. Есть проект, который связан с экологией в Тегеране. Да, вот интересно тоже, мы, живя в Казани, может быть, не до конца представляем, чем живут наши соседи. Да, когда это просто статистика, это одно. А когда ты получаешь прямую связь от ребят, которые там помоложе, или, может быть, даже наши ровесники есть, которые показывают уже экспертизу изнутри, это очень дорого стоит. Отметим, что уровень знания английского и русского языка у всех участников совершенно разный. Поэтому спикеры летнего университета адаптировали программу так, чтобы воспринимать образовательный материал было проще. Мне кажется, вот этот летний университет, он даже больше полезен не для приезжих, а полезен самому университету. Да, это как такой летний стресс-тест. С точки зрения ребят, мне кажется, им тоже очень понравится. Наверное, это лучше спросить у них, но я, по крайней мере, вот общаясь с ними, у нас есть телеграм-чаты, есть формы сбора обратной связи, мы видим, что им очень нравится атмосфера, им нравится, что это 200-летняя история, и то, что их накачивают очень современными трендовыми знаниями. Я предлагаю другими друзьями в Иране, чтобы пойти здесь, и участвовать в такими программами. То, что мне очень понравилось, у вас в университете есть музей. А у нас, например, в Иране, в городе Тегеран, в нашем университете такого нету. Я очень бы хотела, чтобы в нашем университете то же самое было. Напомним, что в проекте приняли участие студенты из более чем 30 стран мира. Одним из организаторов проекта выступило Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюз.